В каком возрасте сегодняшний мальчишка начинает осознавать себя мужчиной, а значит защитником, никто не скажет, потому что у всех это происходит по-разному. Но эти ребята, несмотря на разницу в возрасте, уже готовы себя проявить в разных качествах, а жюри даст им оценку. В первую очередь за силу. Лучшие из них отжимаются более 20 раз. А вот со скакалками получается не так удачно. Но основные конкурсы еще впереди. Они соревнуются в ловкости, в силе и сообразительности. И сейчас как раз они должны определить, кто из них самый сообразительный. Больше всех понравился вот этот ответ в конкурсе на находчивость. Вам очень нравится девочка из другого класса. Как привлечь ее внимание? Просто можно ее позвать в кино, просто я так пробовала, у меня получилось. Что ты говоришь? Только напомни мне, сколько лет тебе? 10. Конечно, ходить в кино не самая большая заслуга, а вот помочь маме на кухне вызвались все. Правда, салаты получились своеобразные, больше похожи на головоломки. Я назвала свое блюдо «Толстый рыцарь». Да, почему? Потому что я взяла репку, она большая, и картошку, как маленькие ручки. Так. Морковку, как меч, и голову, как мандарин. А теперь предстоит забить гвоздь и повесить картину. Ох уж этот гвоздь. Забить-то его не так просто. Еще скажут, что даже гвоздь не может забить. А надо бы постараться. А попутно надо и головоломку за несколько секунд собрать. Тот же кубик Рубика. Надо уметь решать любую задачу, да. А умению можно научиться? Или это дано от природы? Это нужно научиться. Вот я научился. Пожалуй, все участники конкурса научились или хотят научиться. А это главная их заслуга. Мальчишки у нас потрясающие. На них смотреть просто радость. Это растут будущие наши мужчины. Они наши защитники. Они мастера на все руки. Как вы сами убедились, они и физически подготовлены, и интеллектуально развиты. Они у нас самые лучшие. И главное, все они победители. Защитник должен быть победителем всегда. Сергей Берзин, Олег Степанов, Первый Мытищинский.